ряда источников полиция Детройта получила от кибер. Сейчас посмотрю, в конфу легенда или нет, написали легенда. Конечно, полиция уже давно применяет андроидов для вспомогательного. Легенда или нет? Здравствуйте, Владислав, собираем обратную связь. Скажите, Android Т-2000, Леночка вас полностью устраивает? Одна просьба, прекратить избивать ее, называть стулом. Короче, я вроде легенда, блин. Вроде, чуваки, легенда, все дальше, фу фокус. Значит, это чел съебался. Нужно граффити найти. Эй, мистер, мелочи не будет? Дружище, не было денег. Жириновский? Аддикт. Компьютер, который предсказывает будущее. Киберлайф разработала мощнейший в мире квантовый калькулятор. Солдаты андроиды машины. Новый квантовый суперкомпьютер с вычислительной мощностью в 1 эксафлоп с квантиллион операций в секунду. Это эквивалент нескольких человеческих разумов внутри одной машины. Компьютер был специально разработан для анализа больших объемов данных из разных источников. Блять, квантовые компьютеры, вы же вообще знаете, что они уже типа есть? Они уже среди нас, ребята. Потом вот события, так что больше уже ничто не знает человечество врасплох. Пиздец. После расшифровки, блять. Какая расшифровка? Чё? Со столпой людей. Типа человек. Больше времени для жизни. Я вижу это граффити. Пушка и лев. Эй, у вас есть доллар? Нету денег, чел. Или это не тут? Блядь, полиция рядом. Не понимаю, блин. Чинится дорога? Опа, нашел. Есть. Есть движуха, господа, есть. Движуха есть. Робот за решеткой. Ну, дальше решетка тоже была вроде. Нет, много не надо. Ну, как будто вот он. Блять, ну вообще туда не. Зачем я туда иду? Зачем? Подожди, зачем я туда иду? Блять, сюда не надо было идти, направить вот это. Полагаю. Думаю, блядь. Нету третьей, точно. Ну, скорее всего, на крыше, а как туда залезть, вопрос. Лестница тут есть. Может, по машине и кондиционерам вот эти. Паркурщик. Легенда. Он реально прыгать будет? Посчитать. Перемешайте мыши для выбора маршрута. Воспользуйтесь следующей клавишей для обратной перемотки.
По стене, что ли, пробежит? Ебать, это принц Персии какой-то. В натуре принц Персии. Пустить, let's go. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Тебя кто-то так умеет или нет? Я так умею. А вот. Next. Так подлагало. Короче, это какой-то завод. Так, какой-то завод. Куда-то можно еще идти? А. А, что машина все просчитывает, каждый вариант. Деревьями. Деревяхами, вот это, скорее всего, она. Заброшенный завод. До корабля. А, на корабле типа. Я так и думал, что она упадет, так и думал. Так и думал, гайс, что упадет, потому что, ну, напрямую никто не пустит. Значение. Падет, спадет, такие звуки, как будто сейчас упадет. И что, он будет прыгать с этого крана? Тоже очень высоко. Или будет прыгать? Будто в хоррор пришел, блин. Блять, сука, нахуй, блять! Я так и знал, нахуй, я так и знал, блять, я так и знал, нахуй! Ультра ублюдки, ультра ублюдки.
Ой, бля. Блядь, звуки такие, блядь, объемные, громкие, это капец просто. Блядь, ну там дырка от толчка. Ну мне что, туда идти и посмотреть, может быть, в темноту, а? Я боюсь теперь идти, это пиздец. Я был уверен, что в этой игре не будет скримера. А то перед тем, как сегодня, блин, зайти... Перед тем, как сегодня зайти в Детройт, короче, мне в рекомендованных почему-то вылезла игра Devour. Можете посмотреть. Я, ебать, посмотрел там пару трейлеров, я обалдел. Сейчас что-то точно будет. Ну вот, ну это очевидно просто. Ну, еблану очевидно, любому. Второй раз я уже не попадусь на такую легкую удочку. Иерихон здесь. Ключик не может пока. Спасибо. Пятый номер в третьем. Быстрее молнии. Наводка, блядь. Создаю, все пыли оставит. Какие кто-то наводками пользуются вообще? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой, это другой случай. 100% гарантия, не ошибешься. Ну-ну. Врет. Незаконный и гордый бизнес мошенничества. Очевидно, что пиздоболик. Ха. Ладно, давай. Вот так-то. Эй, не пожалеешь. Подожди, а я мог как-то его предупредить? Стоп. А я не мог его предупредить или что? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Помириться. Извиниться надо. Прошу простить мое поведение в участке. Я не хотел вам грубить. Ух ты. Это ты сейчас включил программу. Лайк. Легкий подхлемаш. Гляжу, у вас там в Киберлайф все в ходу, бля. Пожалуйста. Испорченное, нет? Смотрим. О, сколько! 1700 калорий! Вы что, ебанутые? Это что за гамбургер такой? Ебать. 710 калорий. Вот просто ананасовая страсть. Напиток 700 калорий. Норма человеческая 2100-2200. Вот на моем вес 98 килограмм. 1,88 м. 2200 калорий в одном, блядь, стакане ебаном. 710 и в гамбургере. То есть он перекус, он перекусывает моим, тут мои суточные нормы. И ты вообще понимаете, что, ну, сахарные напитки — это просто невероятное зло. Это, ребята, зло. Это зло, очевидно. Ага. Спасибо, зло. Убираю с голоду. Только робота убери. Ха, без шансов. Он везде за мной ходит. Да, я хожу везде. Ну. Видал. Азартные игры. Let's go. Я тоже люблю азартные игры. Этот человек занимается нелегальными азартными играми? Да. Вы сделали ставку? Да. Приятного аппетита. Спасибо. О Коннери. Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя, да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Так-то нет. Позволите личный вопрос, лейтенант? За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Когда-нибудь он расскажет.
рассказать вам, что известно о девиантах. Читаешь мои мысли. Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще, можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, это вы правда. Не так сильно от нас отличаетесь? Вот ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? И типа, все теперь про меня знаешь? Ну... Я не знаю, какой я знаю, честно. Что учебу вы закончили с отличием. Я честно не знаю, какой тут правильный ответ был. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Холодно, честно, психология. Блять, ну давай психологию. Я вот реально не знаю, как себя с ним вести. Вы опытный офицер полиции. Мне нужно ваше доверие. Уверен, мы раскроем дело, если будем работать вместе. Лайк. Есть нахуй лайк. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить. Я вас подожду. Конор, у тебя батарейки сели? Извините, я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Один из соседей сообщил, что слышал на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет. Но он видел человека, который нескольким особом. Из иголок. Прятал под шапкой диод. Господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. Ломай. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Держись за мной. Есть. Не уверен, он пушку держит. Давай, ты выбиваешь, я захожу, дружище. Let's go. Это что за хрень? Ебать, что это за место? Господи. Такое? Это отсылка к Heavy Rain, где чел был. У чела было 1000 крестов, только здесь 1000 попыток. Похоже, зря притащились. Он ушел. О, кстати, снова UFD. Помните тот Ральф? Это вот с этой организации. Тут чел какой-то тоже псих. Поля в самом сердце города. Плакат городской фермы. Короче, роботы фермы с ума посходили. Изготовлен из переработанной бумаги. Недавно был перемещен. Лабиринт какой-то. Нашел чего? Не уверен. Как будто дневник, но не разобрать. А. А диких животных. Ты бургер заказал? Один? Еба, чуваки, приехали бургеры. Не, ну это Леночка легенда в натуре. Модель VWB-200. Я компонент. Диод. В раковине лежит диод.
А, помните? Ну, конечно. Она отковырнула этот диод. Человек не стал бы терпеть голубей. Как будто какие-то лабиринты. Компульсивный почерк. Типа расстройство какое-то. Недавно сдвигали следы птичьих фекальных масс. Рядом тебя. Не засох. Использовался недавно. Вот и фломастер. Бумажные книги. Думал, я последний кретин, который такие хранит. Недавно сдвигали. Что мне с ним делать? А, реконструировать. Господи, я не видел это. Так и не видел. Он упал. Упал, побежал в гостиную. Возможно, когда мы начали стучать. Да? Угу. И как раз это был тот шум, когда мы входили. Пожалуйста, пожалуйста. Больше тут смотреть нечего. Пошли с этой помойки, пока у меня астма не началась. Я думаю, что надо остаться, ребят. Дайте еще пару минут, лейтенант. Потому что он прячется, боится полицейского, а робот с роботом поговорит. И я ухожу. Брат за брата. Что в тебя? Отпечатки пальцев, смотрим. Следы птичьих фекальных масс. Нет отпечатков пальцев. То есть вот это не отпечатки пальцев, я правильно понимаю? Бредка. Слышал, как мы вошли. Думал, куда съебаться. Пальца. А, ну я говорю, что он где-то сверху, я же говорю. Окей, окей, окей. Блин, на всякий случай спрячусь, потому что боюсь резких движений, ребят. Везде эти сраные голуби! Ну чего ты ждешь? Лови давай! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Я принц Перси, ебать. Пошел экшен. Легкий, но медленный, быстрый, но рискованный. 2 секунды, бля, быстрый и рискованный. Оптимальный вариант, быстрый, но рискованный, обходной путь. Блядь, что же делать? Охуеть. Ну, блядь, ну что так быстро-то? Анализ. Прямой, но многолюдный обходной путь. Давай обходной. Принц Перси в натуре какой-то. Бегу, бегу, бегу. Куда бежать? Иди сюда, дружище. Другалёк, иди сюда. Так, прямой, но медленный, быстрый, но с риском. Я рисковать люблю, ребят, я люблю рисковать. Я люблю рисковать. Блять, как я могу нажать дабл? Блять, побел, я сбыл. Ну как? Что? Я ж нажал. Как я нажал? Кнопкой нажать, а я правый жал. Куда? А ну стоять!
89%, ребят, 89%, 89% на выживание. 89% на выживание, блядь, он не умрет. Окей, all окей. All is fine, all is fine. Не надо. Я же ничего не сделал. Я хотел на свободу. Если сдашь меня, сам знаешь, что... 1% будет. Там не будет. Модель 87400491. В твоей программе обнаружены серьезные сбои, включая ошибки 4 класса. Ты признан неисправным и отправишься в Киберлайф на деактивацию. Ты стой, где стоишь! Ублюдок! Ты видел, что я сейчас упаду, но насрать ведь главное задание! Бля, ну 89%, чел. Мне показалось... Я вообще кто? Статистика? Нолик или единичка в программе, а? На живых людей вам плевать. Господи. Вижу, вы расстроены. Я неверно оценил ситуацию. Да пошел ты со своими оценками! Верно, все верно оценил, блядь, все верно. Иди сюда. Все верно оценено было. Зачем ты это сделал? А так. Ты один из нас. Заткнись. Помогаешь людям. Для них ты просто раб. Я сказал, заткнись! Ну все. Идем-ка. Все верно оценил. А девять, спаси меня. Эй, какого хера? По итогу еще и не поймал, блядь, и еще и репутацию обосрал ради задания. Ну, пиздец теперь, чё. Сраные андроиды. Бля, надо было, конечно, его спасать, наверное, но а что делать? Поворотный момент, разблокировка. Ну ладно, главное, смерти нет. А что тут? Тут три варианта развития. Вы догоняете Руперта. По итогу он, блядь, умер. Здесь бы я его спас, а тут что, типа, я бы его не догнал или что? Ну как так? Вот как же так? Ну как же так? Как же так? Надо было помогать, блядь. Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. Прятаться тут как мыши. Разве это свобода? Они нам враги. Мы можем выжить, только прячась. Наш единственный выход — прятаться. Если люди нас найдут, нам конец. Понимаю твои эмоции. Но все же у тебя не было и такой свободы. Сидеть в темноте и ждать чуда? Блять, я какой-то бунт поднимаю здесь. Не такой, я видел свободу. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали. Но нам приходится выживать. Своится. Разыскать Люси, осмотреть Иерху. Что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Я рада тебе, Маркус. Я умерла, что ли? Плохи, наверное, мои дела, да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. Повеселиться решили. Не хочу отключаться. Я не хочу отключаться. Я смотрю, многим сильно досталось.
Так люди поступают с непокорными. Презирают нас. Они никогда нас не примут. А ты тут давно? 4 недели, 3 дня, 11 часов. Когда сбежала, идти было некуда. А Эрихон вариант не хуже прочих. Кто нашел это место? Уже никто не знает. Но его тело наверняка валяется где-то здесь. Эрихон, получается, просто заброшенный корабль в порту. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Робот? Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем. Не понимаю, куда идти. Ты Люси? И хреново чуть-чуть. Присядь. Криповато. Покажи. Надо закрыть рану. А мы что, реально его захилили? Дай мне руку. Пожмет руку сейчас, что ли? У тебя было все. И ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу. По гадалке пришел, поняли? Подхилило зато. Саймон. Я знаю, где достать запчасти. У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешение мы не спросим. Прямо на трибунке. У нас нет оружия. И в любом случае мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Эрихон, лайк. Стоит попробовать.